Примите мои приветствия. Вы на канале Автодром. В интернете опубликовали фото версии Lada 4x4, которая получила переднюю часть от модели ZIL-157. По мнению пользователей глобальной сети, автору проекта не хватало брутальности в модификации Lada. Российские автолюбители продолжают удивлять переделками своих железных коней. Нива с ярко-красной расцветкой была подвержена изменениям как в передней, так и в задней части. Транспортное средство оснащается новыми фарами, усиленным бампером, дополнительным освещением, новыми колесами и увеличенным клиренсом. В тюнингованном авто остался стоковый силовой агрегат, который способен генерировать 83 лошадиные силы. Мое мнение, автомобиль получился с очень интересной внешностью. Чем-то похож на Тагаз, колесами что ли? Такие же круглые. Очень жаль, что мы не можем заглянуть в салон, есть ли там какие-либо дополнения. А самое главное, что все изменения внесены в ПТС. Благодарю за просмотр, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.